Друзья, всем привет! На очереди четвертая миссия немецкой компании «Раскаленные, в общем, земли». На пути к Тунису. Ливия, дорога в Эль-Газалу. Давайте смотреть. Колонна, стоп! Командир разведотряда, ко мне! Высыхающая река не станет серьезной преградой для нашей колонны. Однако я бы не рискнул соваться на ту сторону без разведки. Очень уж подходящее место для засады. На всякий случай отправим туда разведроту. Если все в порядке, начнем форсировать реку вот здесь. Если же поселение уже занято Томми, тогда придется отправлять машины другим маршрутом. Противник сидит у нас на хвосте, не оставляя времени на поиски переправы где-нибудь ниже по течению. В общем, выбора, по сути-то, и нет. Колонна должна пересечь реку здесь в кратчайшее время, иначе мы рискуем попасть в окружение, и тогда эта война закончится для нас с вами в течение нескольких дней. Так, ну что? Компания Эрвина Роммеля слишком тихо. Продолжается. Не нравится мне все это. Участок поймы, по которому должна пройти колонна, прекрасно виден с противоположного берега. И если Томми уже закрепились в селении, то мы будем у них как на ладони. Кроме того, узкие проходы легко заминировать, и они прекрасно подходят для засады. Возьмите с собой несколько человек, да разведайте местность впереди. Нам не нужны сюрпризы. Слушайте, я не помню на самом деле, что здесь сейчас будет. Так, но давайте будем начинать. Возьмем отряд отряд наших пехотинцев. И будем идти, значит. Сейчас переберемся, наверное, все-таки сейчас через эту речку. Сюда, у подножия этого холма. И вдоль него поднимемся выше туда. Боюсь я использовать машину. Наш вот этот вот СДКФЗ. Так, давай потихонечку бежим. Сейчас узнаем. Наша сейчас главная задача — разведать местность у переправы. Так, побежали, пацаны. Впереди британцы, не дайте ему идти. Опа, ложимся. Если дозор успеет сообщить о нашем появлении, скоро вся 8-я армия будет здесь. Так. Отряд, смотри, у нас. Опа, открыли огонь, все. Давайте, лежа, перестреляли всех. Лежа, точность должна быть хорошая. Уйти не должен ни один. Побежали. Вот они еще двое находятся. Уничтожить. Хорош. Этого теперь. Ой, куча вроде просто. Никого не упустили. Пульс. Это хорошо. Пора возвращаться к своим. Так, командир, здесь несколько противотанковых мин. Похоже, они минировали брод, а эти поставить просто не успели. Да. Я не стал соваться дальше без сапера. Мы еще не закончили разведку. Нужно проверить селение впереди. Минами займемся позже. Так, автоматчики. Все автоматчики, значит. Ну, давай возьмем всякий пожарный тоже. Вот так, гранат поменьше. Давай возьмем вот это вот. Побольше. Так, ну все вроде бы. Так, наша задача какая? А, разминировать дорогу, дать возможность колонии движение. А как ее разминировать? А, так, я вижу, значит, противотанковая мина. Разминировать. А, так. Может быть, у кого-то из них... А, разминировать или? Да, разминировать нужно. Может быть, у кого-то из них есть какой-то миноискатель? Давайте узнаем. Нет. Так, ну если мы куча пойдем сюда, я боюсь, что мы просто все взорвемся. Или нет? Давай возьмем. Пойдем. Так, нет, отбой. Отделение, слушай приказ. Выполняем разведку боем селения к западу. Понял. В случае обнаружения радиостанции любого типа,
Ее уничтожение становится приоритетной задачей. Противник не должен передать информацию о нашем присутствии здесь. Так, сейчас мы зайдем, значит. Не будем в лоб идти. Сейчас мы сбоку зайдем. Отсюда. Так, всем перезарядиться. Так, ну смотри, он нас совсем не ожидает. Абсолютно. Он нас не ожидает, поэтому мы можем спокойно занимать позиции. Вот так вот. И открывать огонь. Все, уничтожить всех. Вижу радиста. Доджу дома, скорее всего, машина связи. Нужно помешать передаче, иначе к вечеру мы все будем покойниками. Убить, 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 убить. Так, отлично, здесь вроде... Побежали, побежали, давай-ка. Так, аккуратненько, вот здесь вот так вот. Так, что у нас здесь интересно? А, ничего, так, родитель передаст сообщение. Дом. А, подожди, мы же можем пушку взять. Надо, короче, этого радиста уничтожить. Через 2 и 1 секунду. Слушай, ну нет, а где... Он успел передать сообщение. Теперь нам нужно поторопиться. Одной проблемой меньше. Обыщите здесь все. Если на переправе работали саперы, значит, неподалеку может найтись и миноискатель. Ну, наверняка, наверное, это... Дорогой. Нужно быть готовыми к возможной атаке на колонну. Берите все, что можно использовать. Мины, пулеметы, орудия. Давай. Совсем скоро. Этот арсенал может нам пригодиться. Сейчас мы, короче... Миноискатель, а здесь у нас нет его. Наверное, здесь он лежит в этих ящиках. Скорее, либо там. А, базука. Нифига себе, давай-ка мы сейчас с базукой тут постреляем. Опа, миноискатель я нашел. Он у меня возьмет. Этот парень. Так, отлично. А, так, автоматчик у меня вот есть. А, так, здесь у меня пулеметчик. Дальше давайте глянем, что здесь у нас есть. Может, какие-то боеприпасы. Еще один миноискатель. Мне бы, конечно, бы, знаешь, пулеметные ленты бы. Так. Пулеметные ленты, ленты, ленты. Так, а у меня здесь нет пулеметчиков, да? Ух ты! Идут, смотри, нападают. Так. Так, это, видимо, атака, да, у нас Томми. Ну-ка, давай-ка сюда. Так, перезарядись. Так, давай-ка этому гранатку сейчас закинем. Раз, два, три, полетел. Ладно, блин, так постреляй. Так, ну вроде бы потихонечку отбили. А, моя задача теперь разминировать дорогу. У тебя нету его. Вот у тебя у пулеметчика. Миноискатель, орудие. Так, давай-ка сюда. В машину садитесь все. Так, ты тоже давай за эту машину садись. Попробуем сейчас подцепить. Подцепит, нет? Да, подцепится, давай-ка. Так, мы вроде бы все взяли. Так, давай-ка мы сейчас садитесь в машину. Все. Так, ты тоже давай-ка сюда.
Стоит бой. У меня же, по-моему, вот у него миноискатель. Нет. У тебя миноискатель, там уже все заминировано. Да. Ну, давай-ка сюда беги. Давай-ка. Так, и вы давайте едьте сюда пока потихонечку. Потому что мне пригодятся те орудия. Стой. Томми пусть там дальше смотрит, а мы пока здесь. В машинах у нас пусто. Они здесь, смотри-ка, 100 автоматов и 1000 патронов. Оп, разминировано. Прекрасно. Просто отлично, ты посмотри. Так, дальше. Слушай, ну эти тоже едут. Стой, не едь дальше. Видишь, они сегодня уже либо сюда идут, либо просто патрулируют. Но главное, я у них оружие забрал. Так, разминировать дорогу, дать возможность от колонии начать движение. Так, моя колонна здесь. Так, ну вроде бы все в порядке. Так, аккуратненько давай-ка здесь сейчас иди. Так, а там у нас осталось... А, только станковый пулемет. Ну ничего, нормально. Красивая карта, да, согласитесь? Давай, иди. Аккуратненько разминируй. Или я не в том направлении иду, или вот это надо тоже разминировать. Слушай, а у меня, по-моему, второго тоже есть, да? Нет, не у этого. Вот у этого, может быть. Нет. У кого-то еще есть у меня один... Надо посмотрим, у этого может быть. Да, вот, смотри. Давай-ка сейчас тоже. Все, разминируй, давай-ка, и сюда иди. Сюда, сейчас мы будем. Так, а ты едь пока давай. Сюда, к нашим пацанам. Раз там у нас... Красивый цветок, почему-то думал, что это какая-то, знаешь, флажок, тряпочка красная. Где он идет? А, вот он. Ну все, давай. Я думал, здесь, наверное, сейчас еще точка у нас. Мин. Так, давай-ка поднимайся к нашим. Вот здесь. Так, сейчас узнаем. Или надо было просто все тут разминировать, там все мины разминировать. Прикинь, я просто здесь не все мины разминировал. Здесь есть еще парочку мин. Все-таки почему-то чувствую, что именно так оно и есть. Это все разминировал. Давай-ка сюда. Все, взял и пошел. Ой, блин. Одной мины не хватило мне.
для того, чтобы именно отчет правильно прошел, выполнилось. Скорее всего, потому что тут, видишь, нет ни одной мины. Сейчас он где-то вот здесь обнаружит, вот она, оп. Оп, вторая, третья. Похоже, здесь чисто. Все. Колонна может начинать движение. Вот, видишь. Так, а автомобили направлено. Что у нас? Машины пошли. Всем подразделениям быть наготове. Томми могут атаковать в любой момент. Ну, например. Они могут атаковать в любой момент. Допустим, я могу одну поставить сюда машину. Одну сюда. Точнее, пушку. Так. Пулеметы. А, вон они. Или они отсюда будут сидеть, или оттуда будут нападать все. Да, прикинь, оттуда нападают все. Так, все. Поехал. Сюда. С твоей пехотой. Так, иди тоже давай-ка. А ты пешком. Бро. Сюда. Так. Все, вылазим. Так, у тебя базука? Да, у тебя базука. Тебя надо сюда поставить. Так, за пушку садись. Так, давай-ка сюда. Ой, хорошо. Вот это вот. Так. Командир, минометы! Нужно уничтожить расчеты, пока они не начали обстрел. Пойдем. Поехали, не останавливайся. Переедем. Сломанный был вообще, да, в край. Главное не останавливаться, потому что могут убить. Так. Держать позиции. Еще часть наших машин на подходе. Так, чё мы там? Кто едет? Танк, что ли, какой-то? Так, завис, или это, это миномет? Давай, 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 разгоняйся. А, миномет. А если я вас буду давить? Так, нифига он как он меня убил, прикинь. Эй, брат, беги. Быстрее сюда. У тебя же есть. Давай, 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 давай. Тач. Опа. Все. Так, здесь уже все. Так, вы, ребята. Давай-ка сюда. Командир, получено донесение воздушной разведки. О, отлично. С северо-запада приближается крупная группировка противника при поддержке бронетехники. Авангард будет здесь через несколько минут. Ничего страшного. Сколько у меня? 36%. Еще одного надо. Так, пулемет у меня здесь. Так. Надо не всех туда поставить, надо кого-то еще здесь поставить. Так. Давай-ка сюда. Слушка, у меня здесь получается... Раз, два. Отцепили.
Взяли. Так, ты давай-ка. Получается, тоже выходи, будешь на прикрытии. Так, а вы, ребят, вот сюда давай катите машинку. Ты здесь, на прикрытии. Посмотрим, что из этого получится. Я просто не знаю, откуда, с какой стороны будет идти. Так, ну вы. Вообще, в целом, мне кажется, можно сделать так вот даже. Ух ты. Если их не убьют. Так, откуда там? Они зачем там? А, тоже за камнем. Отводите технику и своих людей назад к пойме. Юнкерсы уже в воздухе и будут здесь через несколько минут. Ничего страшного, я постою. Хотя, блин, с другой стороны, это же приказ. Что там у меня? Опа. Мои танки. Несколько крузейдеров идут с севера. Без поддержки с воздуха нам их не сдержать, командир. Ага, вижу. Оп, раз... Давай-ка сюда. А, это, блин. Эх ты, нет, этот бой. Надо по людям-то стрелять. Там у кого-то базука была. Прибыло несколько танков сопровождения. Мы используем их по назначению. Английские танки заблокировали переправу. Попытайтесь уничтожить их, прежде чем они разнесут в щепки наши грузовики. Так, поехали. Минус один. Минус два. Ну, в целом и все. Получается. Так, а вы, ребят, давайте здесь вставайте. Так, а вы давай один здесь. Один тоже так вот. Так, что у нас там? Уничтожен. Связи у них больше нет. У меня, помню, здесь базука была моя. Так, там они взорвали. И что? По этому проходу, а почему он здесь? Нам больше не сунется. Отбой. Обвал перекрыл путь их танкам. Колонна африканского корпуса двинется по другому маршруту, к дальнему спуску. Наша задача остается без изменений. Нужно обеспечить грузовикам надежное прикрытие. Почти. Хорошо. Еще несколько грузовиков колонны добралось сюда. Постарайтесь обеспечить им безопасную переправу. Я обеспечу им все. Так, вот они мне. Ага. Поехали. Сейчас мы. Снаряд будет поворачивать. Да. Ну, сейчас. Давай. Блин. Так, почти, блин. Так, минус. Минус. Так, двойной спаренный пулемет отработал. Минус, минус, минус. Там тонет. Минус. Ах ты, сволочь. Ну-ка. Так нельзя делать. Минус. Отработали, хорошо. Так. Вот тут ползает один. Так. Смотри, не под водой что делают, а?
Так, еще у нас там отряд есть. Ну ладно, того челика пофиг. Смотри, что делает, а? Маленький, а мешает. Так, вот это главное, сейчас быстренько убить. Хорош, и того Крусейдера тоже. Катит, 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 катит. Ой, как хорошо. Теперь можем к Стефу газ подключить. Сейчас в кучку просто. В кусты. Чпойк. Ну куда вы, ребят? Ну куда? Ну что вы? Ну что вы делаете? Отступайте назад. Так, еще едет. Так, промахнулся. Главное танк не потерять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Крупные силы противника наступают по пойме с востока. Если Томми займут оборону на переправе, нам придется изрядно постараться, чтобы отбить эту территорию. Башня сломана, крупные силы. Ой, хорош, выстрелил, молодец. Лови плюху. Отлично. Так, и ты сейчас тоже умрешь. Ну куда ты? Ну что ты? Отлично, так. Так. Танки, мне главное, ребят. Так, это мой. Вон еще один едет. А, мина. Я-то думал, это... Смотри, что они делают. Они прям куча, на меня прям бегут. Почему вы куда все... А, вы, они типа занимают позиции. Ну, это ничего страшного. Потому что я сейчас их всех просто выбью. Оттуда. Охо-хо-хо-хо-хо. Так. Так, кто его минусовал? Так, хорошо. Так, что дальше у нас? Вот один стоит. Сидит. Так, ну все, теперь давай будем сейчас отрабатывать. Ой-ой-ой. Это, кстати, опасно было. Видишь, он взял гранату. Разорвал он нафиг. Так. Ой. Чё он не взрывается? Ну вот. Бо это мне больше по душе. Так, что там дальше у нас? Поехали. Ух-ух-ух, аккуратненько, так. Взять под контроль эту территорию. Ага.
хорош. Боже мой, я сразу вспоминаю танчики свои. Опа. Отличная работа. Последние автомобили колонны как раз на подходе. Обеспечьте им безопасный проезд, и мы наконец покинем это богом забытое место. Конечно, давай. Это один танк, просто посмотри, что он творит, а? Единственный в своем роде. Такой мощный. Где-то тут еще один есть. Ага, это в доме, да? А, не ломается. Вот он. Так, этого убили, там тоже убили. Все, отлично. Теперь что делаем? Ждем, пока наши приедут, да? 5 танков у меня. А я одним танком все зачистил. Ждем. Так, а здесь, наверное, надо бы все-таки... Хотя... Двигатель горит! Ах ты! Смотри, что он делает, а? Ну-ка, приедь сюда. Ой, блядь, извините, пожалуйста. Я взорвал свой же танк. Простите, пожалуйста. Да, мне не повезло. О, подбой. Так, ты едь. О, отлично. Просто отлично. Так. Ну все, наши танки едут. Перенаправляются. Очень хорошо. Так, что у нас здесь? Флаг. Слушай, танковые дивизии, танковые клинья, ты представляешь? По-моему, по истории я читал, что вот пазиков четвертых произвели, по-моему, 5000 во Вторую мировую. Ты можешь себе представить? 5000 танков вот таких вот всему фронту. Ведь это ведь очень огромное количество. Это ведь жесть. Побежали, давай. Ну ты чё, Все эти сражения истощили африканский корпус на Ну все, в общем, миссию мы выполнили. Истощили наши территории. Ой, территории, как называется. Наши колонны автомобилей прошли. Легкая миссия. Всем большое спасибо. Не забывайте подписываться на телеграм-канал, ставить лайки и подписываться на YouTube-канал. Все, всем до скорой встречи. Пока-пока.